Безопасность на столбах. Сегодня руководство заповедника и спасатели обсуждали вопрос об организации пункта спасателей и оказания первой медицинской помощи на туристических маршрутах столбов. После несчастного случая, который произошел 10 сентября с красноярской школьницей, губернатор края поручил создать на территории заповедника пост спасателей. Будет ли организовано постоянное дежурство или только в самые посещаемые дни, этот вопрос пока открыт. Конкретные предложения должны быть готовы к пятнице. По словам специалистов, большинство травм туристы получают из-за собственной неосторожности. За последние 3 года более 50 человек заблудили в заповеднике и около 30 получили травмы. Не на каждую скалу, даже, будем так говорить, профессионалы могут спокойно залезть. Но у нас, к сожалению, каждый второй, кто приходит на столбы, значит, считает своим обязанностью покорить хотя бы одну из скал, не имея ни подготовки, ни, будем так говорить, ни нормального снаряжения, не учитывая погодных условий.